3, 2. Оголошується повна модна мобілізація. На телеканалі ТЕТ стартує третій тиждень 11-го сезону програми «Богиня шопінгу». Чотири красуні, немов амазонки, воюватимуть за титул найстильнішої та приз 5 тисяч гривень. За цією фешн-битвою стежитимуть гуру моди Данило Грачов та веселі дотепники Олексій Дурнєв, Андрій Мерзлікін та Володимир Остапчук. Отже, за звання богині борються. Віка – студентка 22 роки. Інна – вона ж співачка Трінна – 24 роки. Альона – телеведуча 21 рік. Ліза – адміністратор студії «Засмаги» – 27 років. Данило Грачов цього тижня здивував учасниць своїм фешн-завданням – пошуки луку для бізнес-ланчу з мільярдером. У понеділок вбрання для ділової зустрічі вибрала справжня білявка Вікторія. Її чорний-чорний образ дівчата оцінили всього у 9 балів. У вівторок на ланчі з олігархом вдягалась Інна. Обрала класичний брючний костюм з покусливого червоного кольору. А доповнила лук бежевим взуттям та окулярами. Має 11 балів. У середу Альона здивувала всіх своєю білою сукнею та фатою. За таку фешн-зухвалість від суперниць має всього 6 балів. Сьогодні четвер. Час бігати по крамницях останній учасниці, адміністратору студії «Засмаги» Єлизаветі. Девчонки, привет! Рада с вами познакомиться. Меня зовут Лиза. Мне 27 лет. Уже 27 лет? Это не замужняя или есть муж, дети? Да, мужа у меня, к сожалению, нет. У меня есть ребенок. Ты воспитываешь одна ребенка? Да, воспитываю я дочь сама. То, что Лиза воспитывает одна ребенка, это действительно достойно уважения. Самой воспитывать ребенка, это вообще не считаю никаким подвигом. Подвиг – это построить классную карьеру. Подвиг – это купить себе самую охуенную машину. Слушай, а как ты сама содержишь ребенка? Кто да, тебе помогает? Я работаю. Занимаешься. Сейчас я работаю администратором в сети студии «Загара». А где твой загар? К сожалению, я только вышла с декрета, и поэтому я еще не успела. Лиза, слишком наивна, слишком сира, слишком проста. Ну что, желаем тебе классного шопинга, найти олигарха. Аллигатора. Аллигатора, как тебе. Удачи тебе. Спасибо. Лиза была одета отвратительнее, чем все сегодняшние остальные девушки. Стиль Лизы был, понятно, что для меня очень близкий. Она была в нежно-розовом платье, что мне очень понравилось в ней. Скажите, как вам Лиза? Ты знаешь, вообще, ну, конечно же, она очень добрая, позитивная, но вот Лиза за Лиза, под Лиза, мне кажется, это все про нее. Я не хочу думать о Лизе как о конкурентке, а, скорее бы всего, она могла бы и быть моей хорошей подругой. Я не считаю Лизу своей конкуренткой. Она никакая. Лиза не может составить мне конкуренцию, потому что такую девочку, как она, я съем с потрохами. Я абсолютно уверена в своей победе, потому что четко знаю, в чем я буду идти на бизнес-ланч к миллиардеру. Ліза Данильчук – адміністратор студії «Засмаги». У свої 27 років вже має донечку, яку виховує сама. Мріє про доброго, сильного та заможного чоловіка, який ніколи її не зрадить. В одязі Ліза віддає перевагу класичному, жіночному вбранню. Не визнає відвертих та надто сексуальних речей. Час роздивитись її гардероб ближче. О, привіт! Проходіть! Такое ощущение, как будто девочка из фильма «Звонок». В этом платье я была на крестинах своей доченьки Варвары. Слушайте, а что это у нее 37 зубов? Ее врач неправильно понял, увеличьте мне в 3 раза. Кристины у нас прошли очень весело. Очень весело прошли Кристины Арбакайте. Нам попался необычный батюшка. Необычный батюшка – это который в кадила кладет не ладан, а кладет немножечко хороших шишек, и так у всех сразу хорошее настроение. Ему понравилась очень кума моя. Батюшке не может нравиться кум? Или у нас батюшке может нравиться кум? Да нашим батюшкам может все что угодно нравиться. Ну вот сфотографировался с ней, говорит такой, не забудь мне фото прислати, обов'язково, бо я в однокласники выложу, хай дивляться. Представляю, как батюшке будет обидно, если он в одноклассниках добавляет Иисуса Христа, а тот отказывает все время. Нет, не буду с тобой дружить. У меня переполнен список друзей. Можешь подписаться на мою страницу и получать обновления. Превратил сегодня снова воду в вино. 100 лайков. А директор Ереванской конечной фабрики пишет лол, потому что он уже все время это делает. Ну а наша традиционная рубрика «Православие головного мозга» подходит к концу, и мы продолжаем. Ну,
симпатичное, хорошее платье, милая такая полосочка, все мне в нем нравится. Меня не устраивает обувь. Обувь какая-то странная, на каблуке, на платформе, а длины платья недостаточно. Вот если бы выбрала что-то на низком ходу, было бы прям идеально. Дальше вот вам хочу показать такую вот блузочку. Приезжали друзья из России, из города Норильска, и мы решили с ней пойти поиграть в боулинг. Ну и как-то так вот я разогналась, думаю, ну и все, сейчас страйк забью. В итоге страйк я не забила, размахнулась, и у меня вот тут она очень порвалась очень сильно. Да хорошо, что она не заступила за эту линию. Я как-то видел, как человек за линию заступил и страйк. Причем страйк на соседних вот этих вот полосках. Ну, мне очень повезло, у меня мама швея, она очень хорошо шьет, поэтому кофточку мы спасли, отформатировали. Похоже, вы не отформатировали, вы просто сделали дефрагментацию кофты. Лиза, ну, в общем-то, ты знаешь, неплохо. А меня, опять-таки, смущает эта обувь. Вот она придает определенной вульгарности образу. Если бы она была бы скромней, даже пусть на каблуке, образ выглядел бы гораздо лучше. Ну и, конечно, было бы неплохо дополнить какими-то аксессуарами. Вот еще одно из моих любимых платьев. Это Calvin Klein, но вот почему-то мама моя всегда его критикует. Просто Calvin Klein швея, мама швея. Может быть, Calvin не все нравится, что пошила твоя мама. Ну, это понятно, как бы. А он жив вообще, Calvin, он был вообще такой? Это в честь него Calvin'ами меряют температуру? Она говорит, что это спецодежда для парикмахерских. Могу сказать, что действительно платье неплохое само по себе, оно интересное. А мне нравится эта такая фактура, ткань, вот эти объемы, они хорошо смотрятся на тебе, благодаря тому, что ты довольно-таки худая девочка. Опять-таки проблема с обувью. Она сюда абсолютно не вяжется, она упрощает этот образ, и она делает его пошло. Ну что, я готова. Идемте тратить деньги. Она донашивает одежду после своей дочери, что ли? Что это за платье такое? Правила програми для всіх однаково суворі. На пошуки луку для бізнес-ланчу з мільйонером Ліза має 2000 гривень та 4 години часу. Дівчина вже на фешн-старті. Платье красиве, чорне, длинне, дуже люблю длинне. Я би його одягла б к мільярдеру, знаєте кому? Дуже люблю. Тилипко, Сергей Тилипко, вот потрясающий мужчина, честно, вот как увидела его в журнале Men's Health на главной странице, прям влюбилась. Но, к сожалению, яйца господина Тилипко крепко зажаты в кулаке жены господина Тилипко. Сейчас жена Тилипко, чё? Ты на кого? Если после этого я исчезну, поубирай меня в квартире, не хочу, чтобы следователи пришли, а там грязно. Но, к сожалению, занят. Все красивые мужчины, к сожалению, в нашей стране заняты. Спасибо большое. Ну, так приятно. Я не занят. Нет, подожди. А чё ты думаешь, что все красивые мужики заняты? Смотри, Дантес. Раз. Олейник. Нет, они вдвоем заняты друг другом. Дурнев Лёшка. Отличный спортивный двухметровый блондин. Ты просто не видела Лёшку на развороте Men's Health. Знаешь, Лёша Дурнев папа. Эй, дочь Варвара, иди сюда ко мне. Дай тебе сейчас потроллю маму. На правое коленко и начинает комментировать. Я в этом платье похожа себе на миссис Адамс. Поэтому оно точно не подойдет для бизнес-ланча. Понятное дело, что такое платье не может подойти для бизнес-встречи, потому что оно, во-первых, прозрачное, оно такое вот гипюровое, оно намекает на какую-то вечернюю стилистику, поэтому платье неуместное. В принципе, можно было бы одеть на бизнес-ланч с миллиардером. Теперь так это называется. К тому же у меня есть для него замечательный бизнес-план. Сделать из миллиардера миллионера. Первая нормальная бизнес-идея от всех девчонок. Я бы хотела открыть детское кафе. Для детей там было бы куча много разных развлекательных программ. Я думаю, что ваша бизнес-встреча с миллиардером закончилась бы на фразе «Для детей там было бы куча много». Это и клоуны,
и с шариками, и обезьянки, и хомячки. Лично кафе, в котором живут обезьянки и хомячки. Объедение. В общем-то, за счет вот этих вот рюш, мне кажется, что образ получается чересчур игривым. Но его можно спасти. Нужно добавить просто какой-то светлый жакет и выбрать более скромную обувь. К сожалению, я не замужем, воспитываю дочь сама. Знаете, как в жизни случается, забеременела, хочу взять акцент по его инициативе. Вот. Но в какой-то момент просто испугался, послушал свою маму религиозно. Это будет грех, если ты своим божеским семем эту женщину оплодотворил. Зачем тебе этот ребенок? Ужас какой. Мама поставила ему условие, что я не буду помогать тебе материально, пусть она делает аборт. Ну, собственно, все это передал он мне. Какой смелый, самодостаточный мужчина. Мама сказала, что не будет давать на расходы. Все. С дочкой он ни разу не виделся, ему не интересно, и, как оказывается, теперь он не верит, что это его ребенок. Блин, это на самом деле так по-мужски и так правильно не верить в то, что тебе не нравится. Я вот, например, не верю в гомосексуалистов. Платье отличное, мне оно нравится. Но, к сожалению, его можно носить только на светские мероприятия, либо в ночные заведения. Но никак не на бизнес-ланч с миллиардером. Лиза, соглашусь с тобой, что платье отличное. Соглашусь также, что на встречу с миллионером, а тем более бизнес-встречу, его не стоит надевать. Оно мне нравится. Мне нравится, как тебе идет этот цвет, этот фасон. Вот все, в принципе, в нем замечательно. Ну, только не для нашего задания. Тендітній Лізі пасує майже весь одяг. Однак підібрати лук, який сподобався б Сергію Тігіпку, непросте завдання. І дівчина вирішує пошукати його в наступній крамниці. Я на самом деле дуже маленька. У мене 1,60 росту, я дуже-дуже худенька. 45 кілограм. Цілих 45? Не повірите, я прилагаю все усилия, то, чтобы поправиться. Я даже ем детское питание. Мамочка, я хочу кушать, дай мне, пожалуйста, вот того мальчика. Уйди. Блин, да ты уже, тебе уже тридцаха, извини меня. Давай, наверное, есть уже взрослое питание. Что ты сосешь вот это вот детское питание? Девчонки жалуются, что вот мы такие худенькие, если ты худеешь, и грудь худеет, да? У меня грудь как была, такая она у меня и есть. Не скажу, какого размера. Нет, второго. По количеству сосков размер груди не определяется. Извини. Вот, все, раскусили. Да, второго, так по секрету скажу. Девочек так легко развести на эту тему. Если девушка не хочет говорить, какого у нее размера грудь, нужно сказать, что она первого размера, и она тут же выдаст вам правду. А если она не готова сказать, сколько она весит, ну и по вашим оценкам, она весит примерно килограмм 45, можете сказать, ну где-то килограмм 57, да, ты? И она сразу же, нет, 45. Замечательное летнее платье, хорошая расцветка, замечательный силуэт. Ну, все в нем очень мило и хорошо. Оно чересчур фривольно для бизнес-встречи, но для какого-то вечернего коктейля, ну, замечательно подойдет. Один молодой человек приготовил мне просто замечательный ужин. Сам приготовил мясо, мартини любимое, расставил мне много-много свечей. И я же такая беру своими волосами по этим свечам, раз, и у меня волосы начинают загораться. Девушка, если с вами такое происходит, самое время немножко пошутить, поиграть в КВНщицу и сказать «любимый», и я уже вся горю. А мальчик тоже может поиграть в КВНщика и так зааплодировать, так ха-ха-ха-ха-ха, стрижка-вспышка. Представляете? Ладно, мы, конечно, все быстрее, там кувшин на голову, мне бегом выливать. Ой, это же еще и вонь после этого. Как вот это, как курит, от курицы. Я считаю, что будет что вспомнить, и вечер закончится хорошо. На бизнес-ланч с миллиардером я бы не пошла, потому что она простовата. Симпатичное, милое, хорошее платье, замечательный принт, мне он очень нравится. Мне нравится его расцветка, это фактура. Тебе хорошо в таком платье, но только не надевай обувь на каблуках.
Здається, мініатюрна Ліза ризикує залишитися без вбрання. Майже все, що дівчина приміряє, їй завелике. Остання надія на третій магазин. По образованню є психолог. Боже, як це мило. Нам теж потрібен психолог. У нас тут є. Несколько. Сейчас 21 век, люди у нас пошли такие немножко агрессивные. Я тут недавно почитал эти симптомы при шизофрении. Реально у меня шизофрения. Но сделаем небольшой перерыв. Сейчас вместо меня посидит здесь мой брат-близнец. Здравствуйте! У каждого третьего человека есть невроз. Конечно. Вон Грачев уже бедный, нервный тик у него начался от ваших нарядов. Лёшка, дурник. Но он больше по венерическим. Но тем не менее, это все от нервов. Да вы что ты такое говоришь вообще, Лов? Ты в себе вообще или нет? У Лёшечки Дурнева вот это вот, как он негативно может отзываться, возможно, это скрытая у него какая-то подсознательная обида детства. Была бы у тебя такая фамилия и двойной подбородок с 3 лет, ты бы тоже была озлобленная. Да короче, блядь, комментируйте сам. Если что, номер телефона могу оставить, обращайся, поговорим. Хотя ты не миллиардер. Да и ты, собственно говоря, не психолог. Много ты мне денег не заплатишь, поэтому сиди и комментируй дальше. О, да я знаешь, какой богатый, знаешь, сколько у меня бабок, да я сейчас тебе покажу. Смотри, 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 оп, 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 опа. А как же клятва Гиппократа? Мы тут всем коллективом бьемся, чтобы Лешку хоть как-то, то конфету ему принесем, то девушку с большой грудью поставим сюда в программу. Ну все, все делаем для него. Могу сказать, что, в общем-то, выглядит неплохо, но меня смущают оголенные руки, меня смущает вот эта вот американская пройма. Мне кажется, что если дополнить, предположим, каким-то жакетом, прикрыть плечи, тогда в таком образе можно отправляться на какую-то деловую встречу. Нарешті одяг знайдено. Та пошуки тривають. Лізі, час знайти ідеальну пару взуття. Шпильки я ношу, без них я вообще жить не могу, потому что, как я уже говорила, маленького роста. Но не нравится мне в них вот это вот нововведение, это вот шипы. Сразу хочу сказать, что это не мое, но, в принципе, померить можно. Ну, такие босоножки себе мне не очень не нравятся. Мне нравится, что они открыты, мне действительно не очень симпатичны эти шипы. А как вариант для какого-то определенного образа, їх можна використовувати. Ну, я не вірю в те, що це універсальна обувь. Вітаємо! Образ для бізнес-ланчу з мільйонером готовий. Суперниці вже чекають на лізане дефіле. Час запалювати наймодніший подіум країни. Перед выходом на подиум я абсолютно не волнуюсь. Я спокойна, я в себе уверена, мне нравится абсолютно тот образ, который я себе подобрала. Лиза, не улетай, в чем же? Выходи давай. В чем ты уже? Выходи давай. В чем, как думаешь? Я даже не знаю, правда. Мне кажется, что, ну, или чем-то удивит. Так после тебя чем можно удивить? Уже все, все олигархи заняты, я так понимаю. Ты обручена с половиной, понимаешь? Я уже просто боюсь даже сунуться. Может, не будем тогда на нее смотреть, что конкурс окончен? Я выиграла. Девочка, ну, спешите делать вывод. Сейчас она как выйдет. Как выдаст. Давайте посмотрим. Ну что, удачи мне. Победа уже в моих руках. Молода та скромна матуся Ліза вибрала вишукану сукню в пастельних тонах, чорні туфлі на підборах, окуляри та клатч. На свій скромний лук вона витратила 1827 гривень. А що скажуть суперниці? 6. А я поставила Лізі 6, тому що я вважаю, що в цьому образі можна йти на бізнес-ланч. І мені кажеться, що Лізі дуже йде це плаття. 3. Я поставила Лизе 3 балла лишь потому, что считаю, что в ее костюме есть некоторые дефекты. Не могут быть открыты пальцы ног на деловой встрече, и длина платья немного не соответствует. 1. Я поставила Лизе самый низкий балл, потому что хорошо помню ее оценку 2. Так ей надо. Лише 10 балів. Та це не найгірший результат. Оцінки мене не удивили. Інтуїція мене не підвела. Ну що ж, це конкуренція.
Позаду Лізи залишається Віка, в неї 9 балів. Альона має 6 балів. Уперед вирвалась Інна, в її активі 11 балів. Час Данилові Грачову винести свій модний вирок. Чи вподобає він образи учасниць? Віка, за твій образ я ставлю тобі 5 балів. Мне показалось, что это платье, ну, недостаточно деловое, оно более такое романтичное, оно более легкое платье. Ну и такие очень фривольные босоножки. Для меня лично эти ботиночки, босоножки очень удобные, поэтому я их и купила. Ну да, будешь гнаться за олигархом в удобной обуви. Инна, за твой образ я тебе ставлю 5 баллов. Но мне показалось, что этот цвет чересчур яркий для деловой встречи. Это красный цвет, он же, понимаешь, вызывает интерес, как у быка на красное сразу. На встрече деловая, а не, да? Ну, очки-то придают форму, да, деловой? Ну, разберетесь там уже со своим олигархом. Спасибо большое за совет. Алена, за твой образ я ставлю 4 балла. Ну, ты уже такая невеста. В принципе, меня устраивает это платье футляра, оно действительно сдержанное, простое, лаконичное. Но мне кажется, у него есть проблема, оно на тебя не село. Мне кажется, что оно великовато на тебя. Ну и, конечно, я против фаты. Данил, ну никто не говорил о том, что это первое свидание с этим олигархом. Поэтому по поводу никто моей свадьбы и фаты... Никто не говорил, что фаты... это свидание. Лиза, за твой образ я ставлю тебе 3 балла. Ну, мне показалось, что из-за того, что ты выбрала такое платье, ты идешь просить денег у олигарха. Подать их в ресторане, понимаешь, кто сколько может. Мне хотелось бы, чтобы это было, были более четкие линии, более четкие силуэты, которые как раз-таки и важны в деловом дресс-коде. В принципе, мне этот образ нравится, я могу в нем выйти с подружками где-то погулять или посидеть в каком-то ресторане. И они обязательно угостят тебя. Тож, остаточні результати такі. Альона має 10 балів, Ліза – 13, Віка – 14, а з оцінкою в 16 балів богиною шопінгу цього тижня стала Інна. Виходи. Поздравляем тебя с этой победой, дарим тебе сертификат на 5000 гривен, конечно же, на шопинг. И ждем тебя в финале сезона, где ты будешь сражаться за звание победительницы сезона. Спасибо огромное за дельные советы, за подарок. Увидимся в финале.